Посмотри на себя. Ты думаешь, достичь цели — это легко. Ты думаешь, что надо просто захотеть. Но достаточно ли одного желания? Знаешь ли ты, что значит жертвовать? Это значит биться до последнего вдоха. Это значит не думать ни о чем другом, кроме своей цели. Это значит, что ты отдаешь себя на 120%. Так что ты знаешь о жертвах и усилиях? Снова пропустил тренировку. Слишком толстый, слишком неповоротливый. Зачем продолжать? Просто забудь об этом. Видимо, ты не из той породы. До тех пор, пока ты не захочешь достичь цели так же сильно и естественно, как дышать, ты никогда ничего не добьешься. Ты думаешь, падения и неудачи не помогут тебе достичь цели? Настоящее падение — это мысль, что ты тренируешься достаточно усердно, если не отдаешь все, что можешь. Никогда не позволяй никому говорить, что ты не сможешь достичь своей цели. Кто не падает, тот не поднимается. Так что вставай и продолжай с утроенными усилиями. Снова и снова.